Уже наш пришел Петя, на разборки пришел. Молодой наш. Друзья, всем привет! Вы на канале Сельчанка в Америке. Сегодня у нас суббота. И смотрите, какие красивые два петуха. Но у меня есть. У меня есть, и они не нужны мне. Это петухи нашего соседа. Девочка, которая дружит с нашими девочками. Это их петухи. Они этим летом купили себе цыплят. Наверное, 10 или 15 вот таких беленьких. И два петуха там оказалось. Может быть и больше, может быть они оставили один, я не знаю. Но они очень бьются между собой. И они у них живут в клетке. Так, ну, такой маленькой, там 2 на 2, наверное, им отгорожено, и все. Они не бегают так, как мои, на свободе, сколько, где хочу, как хочу, куда хочу. То и они не умеют их зарубить, обприходовать их, обпонторить их, как я говорю. Ну, не умеют они этого делать, потому что они никогда этого не делали. Вот дай им петуха, они его не приготовят, друзья, но... Они не знают, как то перья убирать, как его потрошить. То они попросили нас. А как попросили? Потому что мы же соседи. Это вот те соседи вот у нас. Вот. А когда мы летом убирали эти утки, и другой соседу там туда подальше, тоже наш друг, то помните, он привозил сколько индюков? Два или... Я не помню уже. Ну, были индюки и куры. Помните, такие бройлеры? И мы их убирали. И это он узнал, что мы ему том... А они между собою двоюродные братья, эти наши соседи. Ну, и они же общаются. И этот другой уже попросил. Говорит, ну, пожалуйста, мы заплатим и все такое. Ну, конечно же, друзья, никакие деньги я брать не буду. Это по-соседски просто. По дружбе. Зачем мне то? Мы им поможем, они нам помогут. Итак, но петухи очень красивые. Если вот так породу хочешь такую, то смотрите, молодые, большущие такие пети. То у меня сейчас задание их им приготовить. Ой, какие же красавчики. Ну, очень бьются. А это наш молодой. Если наш будет бить Тами, то тоже уйдет в суп. Смотрите, тоже красивый такой. О, это кто? Нам в гости пришел Пушик на проверку. Какие лапы у них, смотрите, большие. Когти какие. Ух ты. Ой, что-то хрип немножко. Как они знают, да? Вот сразу другой звук издают, что-то говорят. И смотрите, вот в этого красного, видите, какой гребешок? Вот в того второго, видите? Это между собой бьются, это кровь засохшая уже. Это наш так учится петь. Я сегодня утром проснулась, было такое солнышко, такая погода красивая, а сейчас уже вот куда-то спряталось солнышко и нету. А то было так прям как весной, кажется. Это они поют, кто красивей, я. То они привезли трачком, грузовичком таким, и сюда поставили клетку и... Да, уже биться будут. Видите, да? Оставь их. То здесь такая будет драка, что ого-го. Ну, очень красивые. Ну, и большие они. Для них и нужны и большие такие же куры, как и они. У меня пушистики маленькие девочки. Они их там затопчут. Да, они предлагали, забирайте себе их, но куда ж себе, у нас есть.
Эту проблему я знаю, она мне знакома. Только осень, вот и уже появляются петухи, когда берешь цыплята. Затем разборки всякие, бойки. А так люди скушают, будет супчики. То я покажу вам, друзья, какие они будут, весом какие. Все, пока иду. Ой, красиво, молодец, молодец. Все, вот какие петёчки, петухи. Ну, красивые, нету палок. Как еще палки называются? Пеньки, там кто-то как по-разному называют. Да, пеньки. Палки. Сейчас зима, и оно уже... И нас замерзает. Да. Но сейчас как раз хорошо вот убирать вещи. Их, да, нету никаких палок, ничего. И нормальные, не худые, нормальные петушки. Сейчас я их помою и да, пускай. Красота, не чистюсенькие, не пушка не буду, ничего, знаешь. Ага. Ну, видишь, как замерзает. Классно этим маленьким, оно ага. Не палит его, знаешь, но видишь, оно... баллон. Лишь бы те волосы и все. Ну, да. Уже это все, я уже прошел. Угу. Все. Еще тот. Что творится у меня? Там Марийка выпекает бисквиты маленькие. Хочет какой-то тортик там сделать. Она любит украшать. Я помню, я когда-то очень любила сверху. Я буду сейчас выпекать, друзья, тарты. Первый раз в жизни. Не знаю, какие они получатся. Рецепт смотрела на ютубе. Напишите, кто желает тарты. И вам выбьет любое видео. Там их очень много. Я только учусь. Первый раз буду выпекать. Пока еще там вот бисквитик печется Марийкин. Она поехала за Мирославой, потому что Мирослава наша еще не ездит машиной. То она поехала. Ну, слава богу, дорога хорошая, чистая, сухая. Петухи отделала. Вот индюк остался. Я уже маленьким собачкам мясо это индюшиное даю. Размачиваю сухой корм для собак, для маленьких собачек. Заливаю его кипятком, горячей водой, чтобы он хорошо стало мягкое. Затем порезала грудинку сегодня. Так, ну, так много мяса взяла маленькими кусочками. И там остался такой жирок, знаете, как холодец в противне. И я перемешала с тем мясом и добавила в ту размоченную еду, раскисшую. И понесла сегодня утром собачкам. Друзья, не прошло 5-10 минут, все пусто. Просто это я уже не делаю такое жидкое, как молочко, вот, знаете, но делаю такую уже более густую такую смесь, просто за ушами лещит, как говорится. Сразу съели, стоит у них водичка, уже они воду, я видела, два подходила, пьют. И насыпаю сухой корм в две мисочки. Стоит целый день, чтобы они учились есть и сухой корм. То тоже видела, что уже некоторые хрумают, хрустят. Вот такие маленькие. Как бенто-тортики, знаете, выпекают. То там еще один вот. И буду ставить свои тарты. Не знаю, что получится. А почему я их выпекаю, друзья? Я уже... много всяких рецептов. Хочу таких, как делают на свадьбы, сладкое. Хочу научиться сама, чтобы... Ну, где мне его? У нас тут здесь по другим штатам продают сладости такие, там всякие. А у нас здесь самыми выпекаем. У кого свадьба, каждый помогает сладким друг другу. Кто торты печет, поможет. Кто всякие печеньки.
Итак, то я хочу немножко научиться там. Буду пробовать заранее, чтобы... Ну, не знаю, буду стараться, чтобы получилось, чтобы уже самой выпекать на свадьбу для Марийки, даст Бог будет. То вот так. Погодка у нас замечательная. Может быть, еще вечером пойду и покажу вам собачек. Такие уже большие. Это им уже был месяц, уже второй месяц пошел. 4 недели. Друзья, посмотрите на замечательные тарты сельчанки. Я показываю все, как есть. Видите? Вот. Причину уже знаю. По рецепту тесто нужно ставить в холодильник. Я так и сделала. Но перед тем, как выпекать, там все такой процесс. Посмотрите, на Ютубе там есть. Но некоторые ставят в этот, в морозилку. Да, и оно лучше. А у меня было мягкое, видимо, тесто. Подтаяло, и оно вот залезло в эти дырочки, вот эту сеточку, и оно приклеилось. И все. А нужно, чтобы не приклеилось. Ну вот, посмотрите. Какой шедевр. Но как же я, друзья, вам дам рецепт, если он у меня самой не получается, знаете? Напишите на интернет, ой, в Ютубе, там много-много есть специалистов, кондитеров, профессионалов, которые их делают. Они очень популярные, эти тарты. И я их хочу научиться. Так, это тоже не вылазит. Не вытаскивается. Вот уже так сдавливаю и ножиком пробовала, и все такое. Ну, слава богу, хотя бы один для примера, плюс-минус. И то вот есть, видите, полосочка снизу такая. Что я поняла для себя, нужно, чтобы тесто было более, как бы, мерзлое такое, подмерзшее. Но все равно, хотя продукты перевела, здесь идет миндальная мука, ореховая нужна. Ну, ничего, я буду делать все равно, буду продолжать, я хочу научиться их делать. И сюда заполняешь уже какой хочешь крем. Вот такая красота. Это Марийкины бисквитики такие. Тики-тики. Так что будем учиться, не все сразу получается. Так, достала, друзья, вторую порцию. Вторую порцию, ну, немножко порадовала, смотрите. Ну, это первые разочки мои. Вот такие получились. Ой, так. И вот такие, ну, что это, вот такие получились. И кривые, и подгорелые. Духовка должна быть 330. 9 по Фаренгейту я поставила, что-то не запекаются. Я добавила, вот какая красота. Этого не должно быть. Ну ничего, будем учиться. Я поставила на 350. И так, этот нормальный. О нет, вот здесь. Ну я думаю, если такую начинку, какой-то крем сюда, чтобы он, то можно вот здесь промазать белым, растопить и белый шоколад. Или коричневый, нет разницы. Я так делаю на корзинке, чтобы тесто не таяло, не становилось таким раскисшим, мокрым, знаете. То вот так сельчанка, друзья, учится. Так, иду кормить собачек. А у меня здесь Рождество. Красавчики мои, привет! Приветики! Это я зашла другой стороной с квартиры Рекса, потому что они там вот там сидят, и я боюсь открывать. Ой, какие хорошенькие! Какие хорошенькие! Для чего? Друзья, для чего ремешки? Для того, чтобы знать, где мальчик, где девочка. Где девочка номер один, номер два. Потому что люди заказывают, и они по фотографиям, Марийка их так отмечает, девочка номер один, номер два, номер три. И чтобы знать. Мои хорошенькие лапульки. Я вижу, ремешок в одной девочке уже снят, валяется.
какие хорошенькие. Мои булочки. Несу еду, несу. Смотрите, какое ведерко я им несу, друзья. Вот, белое ведерко. Здесь галлоновая еда, наверное. А может, ну, короче, не знаю точно. Здесь еда, собачья еда для маленьких. Размочена кипятком. Оно тепленькое сейчас. И мясо индюка запеченное маленькими кусочками его. Порвала так, перемешала и несу кормить. Идем. Как едят. Ой, как едят они. Мои хорошенькие. Мои лапочки. Давай подвинься туда, колобочек. Туда. Вот так. Мои хорошенькие. Какие... Ну-ну-ну, давай. Давай. Вот так, мои медвежата. Кушайте. Что хорошенький такой? Что, Мишутка? Насчет мамы, друзья, не знаю. Кость вот у них какая есть. Играться, грызть Вандына. А, уже матрас там рвут вас, я вижу, вот тот. Не матрас, а подстилку нужно убрать. Вот это нужно убрать. Маленький, не бойся, мой хороший. Не бойся, моя булочка. Моя булочка. Мой кожаный носик. Приветик. Приветик. Так, я потом его застелю. Уже играется. Что, уже немножко поели, да? Уже хочет... Хотят играться. Хотят играться, булочки. Вот Ванда, копия Ванда. Вот это на мамочку похоже. Мои хорошие. Мордашки мои. Лапульку даешь, да? Каждая хочет ласки. Глазки мои. Ой, мама там в двери рвется. Я пока закрываю, чтобы она не шла, потому что она заходит и мешает им кушать. Они за ней бегут. Не знаю, ссут они ее, нет. Уже мы двери Ванды открываем. На улице матрас. Ну, потому что они уже и большие. Знаете, вот 8 штук кормить. И так молодец. Всех... Ау, кто кусает? Ау. Всех, друзья, было 10. Но 2 было неживых. А так родила 10. Вот видите, немножко пробежались и снова кушать. Мордочки мои. Мордашки мои. На ручки хочешь? На ручки. Каждого нужно подержать. Лапочку давай. Давай лапулю. Та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та. Такие хорошие. А зубчики уже есть. Ой, зубчички есть. Что так смотришь? Носик испачкал. Тик. Как только заходишь, ой, как гавкают. Такие уже псы большие становятся. Слава богу, тепло на улице. Даже на день я лампу одну отключила, только одну оставила. Сейчас уже включу на ночь. Ой, какие дружочки у меня. Пальчик кусает. Вот как лег один.
Хорошо, что этот сарай есть, это хатка такая у них, а то я не знаю. Что, ребятишки, я пойду. Вы кушайте еще, хорошо? Кушайте, малявки. И сухой корм тоже учитесь кушать, чтобы уже были самостоятельные. И то не знаю, мамочка дает вам молочко, нет? Такие мягкие еще. Эта шерсть такая маленькая. Затем она очень скоро будет уже меняться. Становиться уже такая жесткая более. Как у Рекса, Ванды. Что, хорошенькие? Пальчик кусает. Вот Вандочка, видите? Вандуля выкопанная, двойник. Носик мой, носик, барбосик. И вот Вандочка тоже похожа на мамочку. Что? Мяско любите, да? Любят мясо. Я уже спокойная такая, когда им принесу вкусненькой еды, и они хорошо поедят. И уже спокойно иду. Целую ночь уже спокойно знаю, что они сытые. Видели, как это только что хотел прыгать. Думаете, это вам игрушка? Это игрушка, у вас есть косточка. Косточка ваша. Друзья, смотрите, один наелся лед и уже дремает. Уже спит. Ой-ой-ой. Уже хочет спать. А эти остальные, я встаю в чунях. Грызут поначалу чуни, а потом уже мои ноги. Не знаю, получится показать. Смотрите, как хлопцы работают с девчатами, видите? Ой, кость лежит. Нет, нужно. Вкусные мои чуни, какие. Ой, какие же вкусные. Вот подошел к миске, где корм. О, уже два лежит. Уже нужно мне выходить. А поели и уже хотят спать. Лапульки мои. Третий уже лег. О, водичку, водичку, смотрите, как пьет. Да. Жопа-то такая. Да, сел между ними. Медвежонок, да. Один еще грызет чунь. Так, тоже на кроватку свою пойду. Оп, оп, тик-тик-тик. Там такое, он же спит, а ты лапками на спину становится. Ничего не грызет и все. Как же такое не любить? Такую красоту. Так, что один, то и второй. Увидел, что эти пьют, я пойду. Мамуля там врывается. Мамуля врывается. А врывается потому, что вот здесь почистить. Но я ей тоже принесла индюк. И Рексу, и ей, и им. Как же они за ней просто. Там, может быть, уже нету того молока.
Она зашла посмотреть вот еду. Ну, я скажу, они уже и большие, уже едят. Но все равно хочется маминого молочка. Привычка просто и все. Просто уже стоя на двух лапах работают ребята. Все, я уже выключила свет. Ну, стоит бедненькая, хотя бы запьют кашку, которую ели. Как поросятка. Пандочка придавила там или что? Еще, друзья, шедевр показываю. Не знаю. Перепекла. Где там перепекла? Спалила. Вот. И мне кажется, нужно тесто немножечко потолще. Ну ничего, я учусь, друзья. Может быть, у вас получается сразу вот такие вы все кондитера профессиональные, то хорошо. Ну, вот это пойдет нормально. Наполнить сюда крем. А эти вот, смотрите, как получились. Этого тоже не должно быть. Причину знаю. Вот здесь тесто потоньше. И оно, когда поставила в духовку, я не посмотрела сразу, можно было поднять. Ну, а, кстати, я не знаю, когда оно и упало. И на этой тоже так стороне. И вот такие две. Получились маленькие. Но тесто очень хорошее такое. Вот. Здесь крем сразу уплывет. Ну, разве что шоколадом. Вот эти оставлю две и вот эту. А эти пойдут курочкам. А может быть, на крошку тоже. Но это разве горело, это уже не пойдет. Ну, вот чем занимаюсь, друзья, целый день. Учусь. Еще всякие такие смотрю, там есть на Инстаграме, есть такие девушки, которые все так умеют, просто такое все замечательное выпекают. То хочу себе. Мечтаю научиться. Ну, надеюсь, что все получится. Так что всем, друзья, спасибо за просмотр. Не болейте, не хворайте. О, заметили, у меня уже голос уже не хрипит. Уже нормальный. Хотя немножко так еще днем прокашливаю, но ничего, уже все замечательно. Все хорошо. Всем спасибо, всем пока-пока.